Сегодня мы здесь собрались, чтобы стать свидетелями рождения новой семьи. Вот наступает тот волнительный момент, когда перед вами Николай и Ольга готовы соединить две души, две судьбы. Горло пересохло, говорить не могу, дышать не могу, а тут бас полный бокал холодного, полусладкого шампанского, ну просто бальзам на душу. Зайка, Саша хочет меня провоцировать, конечно, но я на провокации не продаюсь, я тебя люблю. Самая лучшая, самая красивая у меня, самая любимая. Все, Саша.